студии еще раз здравствуйте, здравствуйте всем красноярцам. Ну что, мы сегодня вот так вот незаметно с вами встретили рассвет вместе со съемочной группой на включениях. Что я еще сказать-то вам не сказала? Кроме того, что мы сегодня проверяли дороги нашего прекрасного города, проверяли, как их отремонтировали за прошедшие выходные, я вам не сказала самое главное. На самом деле можно всем красноярцам поучаствовать в этом процессе, точнее позвонить в службу 005 и сообщить, какие же дороги еще нуждаются в ямочном ремонте и какие дороги можно будет раскопать и чуть-чуть подделать и переделать. Собственно, вот я на своем примере сегодня убедилась. 005 на самом деле принимает все заявки. И как обещала нам прекрасная женщина-диспетчер, она говорит, что как только закончатся вот эти работы с коммунальным мостом и с главными дорожными, с главными дорогами нашего города, сразу же приступят к заявкам. Ну вот у меня доброе утро. Можно вам пару вопросов задать? А подскажите, пожалуйста, а все торопятся у нас? Ну, собственно, это понятно, потому что 8 утра к 9 всем на работу, а вот главный вопрос хотелось бы мне задать и вам, и всем красноярцам. На самом деле, если вы недовольны дорожными работами и тем, как отремонтированы дороги за предстоящие выходные, вы можете туда же пожаловаться по номеру 005. Я надеюсь, департамент нашего городского хозяйства обязательно отреагирует на это, на все. Ну, собственно, вот сидит рядом с нами водитель в автобусе. Мы сейчас подойдем и узнаем, доволен ли он как водитель тем, насколько хорошо сделали ямочный ремонт у нас в Красноярске. Сейчас мы попробуем пообщаться. Доброе, прекрасное утро! Подскажите мне, пожалуйста, готовы, довольны ли вы вот ямочным ремонтом, который прошел у нас в Красноярске вот за предстоящие выходные? Ну, нет. Почему? Вот есть какие-то больные места, вот, за которые сердце у вас болит? Да у нас все дороги плохие, по идее. Но какая улица у нас в Красноярске самая-самая ужасная, страшная прям ездить? Ну, я вам так не скажу. Я езжу по одному маршруту. Вас устраивает тот маршрут? Вообще, по какой улице ездите и готовы сказать, что эта улица требует ремонта? Да и все улицы, по идее, везде ямы. И на Металлургов ямы, и пограничников улица тоже в ямах. И вот сейчас от БКЗ через мост они заасфальтировали, но... Плохо. Мне кажется, после дождя они отлетят. Все растает, после дождя. Но... уйдет. Ну, спасибо вам большое. Не знаю, как по коммунальному, я там не езжу, но, по крайней мере, ну, убитые дороги. Спасибо вам большое, удачного дня. Ну вот, как говорят нам красноярцы, начнется весна, и вместе с осадками идут вот эти вот наши отремонтированные куски дорог. На самом деле, насколько это будет правда, конечно, покажет время, покажет... Вот мы сможем понять, как же было все-таки отремонтировано на совесть или вот так, лишь бы денежку получить. Но у меня на самом деле нет никакого мнения по этому поводу, потому что я не водитель, но вот как говорил наш утренний водитель из этой «Газели», он сказал, что «Металлургов» на самом деле требует ремонта, так что я думаю, что дорожники, если вы еще собираетесь на работу и смотрите это включение, загляните на «Металлургов», и наверняка там нужна будет ваша помощь. Ну что, коллеги, у меня все. Я думаю, что всем автолюбителям сегодня информация была полезна. Удачи вам на дороге, удачи, в принципе, во время этой рабочей недели. Оператор у меня уже замерз. Коллеги, у меня все, вам слово.